саженцах, хосты гибридный Saint Paul лучше всего растут в тени или полутени. Чаще всего ее высаживают вокруг деревьев и кустарников. Но не менее привлекательны другие различные ландшафтные композиции с использованием хосты Saint Paul. Например, многолетник прекрасно смотрится в одиночных посадках на фоне газона. Высота растения достигает около 60 см, а ширина кустика – 70 см. Листья плотные, темно-зеленого цвета, в серединке присутствует золотисто-желтый узор, напоминающий пламя свечи. Чтобы растение не теряло декоративный вид, его необходимо постоянно и поливать, особенно в период сильной засухи. Хоста гибридная Святой Павел – это травянистый высотой от 40 до 50 см. Цветет растение в месяц июль-август. Окраска цветка – темно-зеленый лист, желтый центр. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.